можете уже присоединить, да, по следующей встрече. И мы с вами еще раз вашей обратите внимание вот на эту бутылку. Она не простая. Эта бутылка с вашими пожеланиями, да, мне аккумулировано очень много хорошей любви себя, прекрасных пожеланий, добрых слов, советов и так далее, и так далее. Все они адресованы с этим двум прекрасным людям, которые у нас сидят в центре, во главе, да, нашего стола. Наташа, Арсений, вот эта вот бутылка отправляется к вам в ваши хозяйские руки. Спасибо, я думаю, что все ждут уже, когда вам из газета откроют ее и представьте все то, что вам там написали. Мы вообще надеемся, что они будут добрым талисманом вашего дома, да, вот есть молодежка, и это тоже как умение головы, который будет вам иметь связь и любовь, поддержку ваших близких всегда. Ну да, друзья, мы будем всем с вашим поздравлением и посланием на вас вперед. Друзья, вот в этой бутылке, да, у нас аккумулирован такой коллективный взгляд на будущее нашей партии, да, на будущее на нашей биографии. Но сейчас я бы хотела вас попросить взгляд прошлого, которое существует. Я его тоже очень важно, потому что помнить это не просто прошлое, да, важно. Это не просто слово, друзья. Друзья, дело в том, что на самом деле очень много движется на том фундаменте и на тех людях, которые нам помогли жизни, да, которые дали нам жизнь. И мне бы очень хотелось, чтобы сейчас мы обратили внимание вот на то, что по левую руку от Наташи, да, там сидят ее близкие родственники. Я думаю, что да, они такими были, как мы решили, да?